Тем временем в областном ДВД новый начальник возглавил департамент внутренних дел полковник Мергенбай Жапаров, занимавший ранее должность заместителя начальника. Мергенбай Жапаров в органах внутренних дел уже 25 лет. Назначенному начальнику ДВД 53 года. Он уроженец поселка Агадыр Шетского района. Начинал старшим экономистом районного отдела Агадырского райисполкома Жасказганской области. Работал участковым инспектором милиции, оперуполномоченным уголовного розыска. С 1999 года занимал кресло начальника отдела внутренних дел Актагайского района Карагандинской области. Позже стал начальником управления внутренних дел Темиртау. Нового главу полиции Карагандинского региона представил министр внутренних дел республики Калмухамбет Касымов. Область для нас очень важная. И эта работа очень ответственная. Я думаю, личный состав поддержит назначение. Напомним, прежний начальник департамента внутренних дел Карагандинской области генерал-майор Нурлан Рахимберлин скончался 12 января на 53-м году жизни. Испытывая проблемы со здоровьем, он до последнего дня работал в своей должности.